Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если уже поставил колокольчик на канал. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентони, и сегодня у нас новые лего-пряточки в Брикрикс. Привет всем, господа хорошие. Что ж, сегодня наш Лего Сити не будет, в принципе, заполнен туманом, поэтому полицейскому жизнь радостна, он вон улыбается, счастливый такой, думает, что нас найдет, но все не так просто. Я найду тебя по-любому сегодня. Так, короче, я решил сделать ход конем, вот такую вот необычную, короче, я безобразную штуку натворил, и думаю, что, в принципе, здесь у нас есть шансы спрятаться, но все зависит от полицейского, насколько он хитро умный, так скажем. Да-да-да, ребятки, напишите, в общем-то, в комментариях ваш вариант, куда бы вы могли спрятаться, и вас точно бы мы не нашли, поэтому будет интересно посмотреть, куда вы бы побежали прятаться. Да-да-да. Короче, я готов, давай, полицейский, выезжай в город, тебе ориентировочка. Да я уже тебя нашел, уже тебя нашел. Уже нашел, господи, это да. Печально. Это быстро. Это ты, наверное, мою фотку сохранил, да? Да. На вот и смотри фотку, потому что меня ты не поймаешь. Давай наводочку. Короче, у нас машина красного цвета. Да, господи, вот наводка. Вот наводка. Наводка, наводка, наводочка. Водка, 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 водочка. Братан, вот это же красного цвета, да? Да. Классный автомобиль, да? Да. Вот смотри, он прям, он к тебе к лицу. Да. Ты слишком довольный, что-то Харя такая довольная. Да, ну я же нашел тачку. Так, хорошо, первую машину нашел на изичах, это хорошо, это мы немножко его задержали, значит, и, в принципе, почему бы и нет. Так. И перегоняем машину, да? Да-да-да. Ход конем, ход конем. Кстати, есть машины, короче, которые, в принципе, уже стояли на тех местах, и я решил, короче, это не потроллить немного. Потроллить немного? Да-да-да, я такой. Нифига себе ты троллинг устроил здесь, ладно, друзья. Мы-то менты серьезные, и мы, в общем-то, найдем по-любому все, что он здесь спрятал. Кофе не пьем? Да? А? Кофе не пьем, пончики не жрем. Мы менты серьезные. Менты серьезные, да. Ой, господи, трактор свой завез туда. Это не трактор, это баги, эй, слышь. Баги-баги-баги. Баги-баги-баги. Господи. Просто снес этот контейнер. Пока, баги. Увидимся. Эх, кстати, хорошие баги было, везде проходимые. Надо было тебе поменять на него. Ничего, у нас джипик тоже везде проходит. Да-да. Что-то он застрял. Минус бампер просто. Так, ну ладно. В принципе, полицейские выполняют свою работу нормально, но что-то медленно. Ну-ка, давай шевелись. Ну, медленно, как я? Я никуда не тороплюсь, я тут разъезжаю. Так. Ага. Посмотрел дырку, дырку посмотрел. Я видел это по маневру его. Я, естественно, посмотрел. Так, а я что-то проехал самые интересные места. Самые интересные места, ну, возможно, возможно. Мы туда вернемся. Я, короче, ребята, сегодня решил потроллить Антоху, то есть все места, которые у нас стоят, они, в принципе, уже были. Поэтому, в принципе, шансы найти меня они есть, но будет сложновато немножко. Да. Голубая луна, голубая. Ой, не нравится мне что-то песня, которую поет полицейский. Голубая. Лучше бы он меня не находил. Лучше бы он меня не находил. Так, смотри, помнит еще это место, помнит. Салам алейкум. Смотри, какой жук офигенный. Жучара, да. Самый настоящий, синий такой. Жучара такой. Жучара. Так, ну-ка вот сюда забежим еще. Оп-оп, что, нету ничего? Блин, печально. Туда еще. Туда, а там что? А кто его? Прыгай внутрь. Нет. Так, хорошо. Ну, в принципе, в этом районе ты машинку нашел, больше нету здесь. Да ладно. Че, вторую подсказочку давать? Подсказочку? Подсказочку. Да я еще даже весь город-то не объехал. Я, правда, даже не решил, какой подсказку ну, тебе дать. Ну, тут, если район какой-то, потому что, ну, как бы, город-то большой, надо же прочекать хорошо его. Чекай, чекай. Чик-чирик, чик-чирик. Зеленая камуфляжная машина. Она не камуфляжная, но, кстати, она прикольная, она раллийная, типа дрифт, Volkswagen такой. Да, да. Смотри какая. Volkswagen. На золотых дисках. Ну, все, нету больше Volkswagen. А ты все на своем корыте катаешься, давно бы машину поменял. Да, это не корыто, это Брик-Сити, ёпси, полиция. Брик-Сити. Брик-Рик. Так, окей. Здесь, кстати, у нас тоже есть кое-что. Кое-что интересное где-то по району поблизости.
Че, видно, да, отсюда? А, блин, она так стоит тупо. Надо было ее повыше загнать. Да. Так, я понял, я понял. Прятаешь машины. Так, конкретно. А что у нас осталось под тачкой? У нас, кстати, осталось 4 машины, между прочим. По-моему, там я видел вот справа, на той стороне, короче, тачку. Может быть, только интересно, как. Боковым зрением. Нихера у тебя зрение боковое. Да, у меня оно разработано. Разработано? Ладно, хорошо. Я же на два монитора смотрю. Косоглазие? Какое косоглазие? Где оно? Ты о чем? Да, это, короче, побочное явление стримов. Так, ну, в принципе, смотри, где-то он здесь катается, что-то он здесь вынюхивает, что-то он здесь, походу, реально видел, но что не знаю. Да что, знаешь, что чекнуть? Вдруг тебя дурочку такую закинуло это, на поезд? Я пытался. Да, пытался. Честно скажу, пытался, но этот поезд меня высадил на первой остановке. Не знаю почему, но именно так и случилось. Блин, у него фары включены, what the fuck? Падла. Вот фары спалили. Малыш. Стопудов фары спалились. Да нет, я даю, видно, она стоит когда. Так, давай тебе вторую подсказочку даю. Короче, я нахожусь в левой части города. Если это заезжать с моста, сейчас? То в правой части. С моста с какого? Ну вот, вот откуда ты с аэропорта, когда едешь, в правой части с города. По дороге если ехать. В смысле, где я был, что ли, первый раз? Да, да, где-то там. Это очень хорошая нычка, на самом деле. Хорошая идея. Я даже не знаю, найдешь ты меня или нет. Это реально, это очень интересно, я придумал. Но по факту, короче, если рядом будешь, то шансы очень большие и велики, что ты меня спалишь. Только я тебя что-то потерял, ты где? Я... А, вот он. Я внезапно сейчас проберусь. Внезапный охотник. Хищник. С правой стороны, типа, вот здесь, что ли, офигеть. Где-то, значит, на контакты остался там. Может быть, нихера, он просто пыряет. Вы посмотрите, как он летит. Мама, не горюй. Красная машина. Мама, пишите мне письма. Господи, ты как бампер-то здесь оставили? Что там сделал-то вообще? Господи, а что у тебя здесь все контейнера что-то покоцанные? Да хер его знает, машину пытался поставить, не получилось. По-любому здесь какая-то малютка стоит, да? Не знаю. Да я уверена. Может быть, и может быть, как теперь узнаешь. Интересно, а контейнер открывается? Кстати, было бы вообще херено, если бы контейнеры открывались. Да-да, можно свой, короче, поставить, который мод какой-нибудь дает. Да-да-да. Не, ну реально офигенное место, я серьезно говорю, прям вообще топовое. Топовое, говоришь? Топовое место. Просто топейшн. Топовое, говоришь? Топовое, самое топовое. Я же говорю, что здесь. И заметь, все по-честному, я как бы щель оставил, чтобы зайти можно было. Че? Охереть, он спрятал ее. Я пошел. Я пошел. Куда вы, уважаемый? Задержитесь. Нет. Уважаемый. Я пошел. Меня мама дома ждет. Кушать зовет меня мама. Не могу я оставаться. Куда вы пошли-то, уважаемый? Где я? Ты что делаешь, скребота хрерова? Ай, не убежал. Вот так вот мы и нашли его, преступника, ребятки. Смотрите, на какое место он спрятал, задвинул просто среди этих. Ну, заметно, что они неровно стоят, короче. Ну, я видишь, я же еще специально другие потаранил, надо было посильнее их потаранить. Ну, да. Такое дезинформейшн, как говорится. Да. Блин, ну ладно, полицейский смог нас найти, ребята, ему за это лайк, а мы, в принципе, сейчас отправляемся служить в полицию, чтобы найти нарушителя. Так, ну чё, у нас, короче, в полицейском участке эвакуатор появился для того, чтобы, в принципе, найти преступника, его посадить, а машину эвакуировать себе на стояночку в полицию. Все прикольно, смотри, как все. О, какой он эпичный. Я себе. Какой ты крутой. Какая у него эпичная широкая какой жопа. Какой ты крутой, так ты найди сначала нашу машину. Да, мы чё-нибудь найдем. Потом ты поймешь, что ее даже эвакуировать не надо. Почему? Она не ездит. Она очень прикольная. Очень прикольная, окей. Так, ладно, ребятки, давайте я вам покажу, где место находится, которое я спрятал тачку. Посмотрите внимательно. В общем-то, в Лего Сити все места уже были испробованы. Это место вроде как нет, поэтому посмотрим, как Юрий с ним справится. Как мы справимся с местом? Это большой вопрос.
Большой-большой вопрос. Вообще-то 8 машин стоит, все одинаковые, одной модели, поэтому посмотрим, Юру, что будет. Господи. Тяжело, но а что сделать? Да мне бы хоть номера тогда сказал бы. Номера? Сейчас скажу. Нет номеров. Нет номеров. Транзит. Так, одну увидел. Супер Родестер. Так, вторую увидел. Вот, короче, я, вот я глазастый. Бежевая с коричневым. Бежевая с коричневым. Бежевая с коричневым. Я, короче, глазастый, я пока проезжал, увидел сразу две тачки. Где? В противоположных сторонах. А ты где вообще, алло? Я в парке. В каком ты, блядь, парке? А, вот он, вижу тебя. Парк. Блин. Но они все одинаковые, господи, что это? Да, вот такие машины все. Что это за говно? Лютое. Так, ладно, я сейчас сразу ко второй тогда еду, потому что я, в принципе, ее видел. Ее так хорошо видно, кстати, вот с этой улицы. Она прям стоит такая, ждет, типа, Юран, давай приезжай скорее, арестуй меня. Правда, она по ту сторону дырки. Смотри, как видно. Я, кстати, не знаю, почему у них у всех фары светится, такое ощущение. Ты не думал об этом? Не, это не фары, это вообще ее боковина светится. Боковина? А мне почему-то кажется, что фары. И почему-то фары погасли только что. А что это было? Не-не, это не фары, кого? Она стоит фарами прям в столб. Ты не мог фары видеть. А, да нет. Она под углом немножко стоит. Ты, получается, поставил... А, ну да, ты поставил только вот в ту сторону, получается, въезд. А я увидел по прямой этот, улице, по Ленину. Вот это. Ага. Она прям кому-то такое ощущение, как вот на меня, кстати, стоял, смотрел. Стрядно. Она на тебя и смотрела, она следила за тобой? Следила, я понял. Не доверяйте старым дряхлым машинкам. Не, никак. Так, окей. Две машины мы нашли, еще 6, но преступник где-то... Господи. Все, мы выиграли, ёпси. Как? Прикинь, ты падаешь, там тачка стоит. Да-да-да, с тобой. И просто на тебя так, бэнс, я выиграл. Так, хорошо. Потрачено было. Минус грузовик. Так. Куда ты мог поставить машину? Потрачено было. Господи, минус колесо улетело. Бэм, в здание. Минус колесо. Так, давай, я думаю, здесь проедем, попробуем. Блин, господи, жопа широкая, обалдеть. Ни херашечки не вижу, если честно. Та-ла-та-лам. Так. Так. Надо, короче, прям все улицы шестерить, прям смотреть, где что находится. Я думаю, что мы сейчас этот райончик быстро закроем, захлопнем его и, в принципе, о! О! Ха-ха! Нихера тебя видно, прям понял. Да где ладно. Видно? На крыше. Я не знаю, как я увидел, каким зрением. Да потом... ладно, ты не мог видеть. Я... Ты камеру, значит, отдалял сейчас, братан. Я не отдаляю, я как есть. Да, я за тобой прям смотрел сейчас, ее не видно вообще, когда ты едешь. Ну, сейчас сядь в мой грузовик и увидишь, что видно. Да я даже на камере даже чуть выше поднимаюсь, ее не было видно. Так я прям ты в грузовике просто камеру снял. Сильно отдалил, по-любому. Так я далеко стою, смотри. Вот сядь за руль. Да, давай. Вот давай, на стандартной камере, вот стандартная камера. В любом случае не видно. Ну как не видно? Видно, если. Да ее не видно. Вот я даже камеру поднимаю вверх. Вот даже. Так я не поднимал камеру. Я просто так по сторонам вот крутился. Я же ехал, смотрел внутрь улицы и увидел тебя. А получается, я увидел прям край здания, понял, самую верхушку и машину чуть-чуть. Ты даже проехал вот по правой стороне, не увидел тачку. А здесь она стоит в самом конце, и как ты ее увидел? Вот я еду, например. Так я улицы смотрел же, я же ехал прям пролет улицы смотрел. А с этой стороны, кстати, не видно ее. С улицы, где я проезжал, там ее не видно. Я не знаю, я и с этой ее нихера не вижу. Ну ладно, нашел, глазастый, как бы ничего. Глазастый. Просто как-то... Как-то да, как-то с этой стороны вот ее точно херово видно. Если б с той стороны, то вот с той вот ее хорошо видно. Короче, я не буду отмазываться, не буду ничего говорить. Ты у меня посмотришь, как у меня камера была. Вот в принципе, вот я сажусь в машину, где она стоит, и все, я сразу вот вижу под таким углом. Так что как ну, бы ладно. Этот. В принципе, довольно-таки неплохо, кстати, спрятал, потому что вот с этой стороны, с улицы Ленина, где я прижал, его реально не видно, вообще не видно. То есть она прям слива... Не знаю, мне наоборот, вот здесь ее видно было. Вот, вот с этой вот улицы, вот отсюда. Вот здесь вот ты когда выходишь, вот она. Вот отсюда вот ее видно. А я не. То есть когда ты на машине только. Ну маленький вот пиксель, вот маленький пиксель. Да, точит. Вот, ну отсюда ее видно, прекрасно, вот она стоит. Ну я нет, я ее отсюда не видел, я оттуда увидел ее. Ну тут очень маленький кусочек, а я там прям целый. Не, отсюда вот я бы наоборот вообще не увидел бы ее. Ну тут да, тут видишь. Здесь вот реально, то есть если бы я камеру не задрал бы вот выше, то тогда да. Нет, я камеру не отдалял, я никогда ее не отдалял. Ну вот я даже в твою тачку вот сел, я ее не вижу.
А я-то, я не знаю, как я... ты ее спалил? Я же как... Может, ты как-то камеру крутил, ну, что да. ты прям пиксель увидел? Ну, я, конечно, камеру кручу, я так только ее увидел. Потому что если камера внизу, нет, да, нет, ну, я имею в виду, что ты ее крутанул вверх просто. Ну, да, да, но я случайно увидел. Там видно было, что она этот... Понял, она прямо еще с крыши сливается с коричневой, и, короче, непонятно сразу было. Прямо интересно, знаешь, вот это, что ты именно вот этот участочек взял еще вот в этот, в разработку-то. Так вот я не знаю. Вот этот участок? Это чуйка, правда. Почему именно вот этот участок? Это чуйка, это чуйка. Я тебе серьезно говорю, это винтовская чуйка. Правда, машина оттуда не выходит. Заехал вот именно на этот участок, вот приехал и начал здесь чистить. Сейчас, говорит, вот это здесь закроем. А я бы, кстати, сюда не... Я бы... Читер Юрий или нет вообще? Я бы сюда не приехал, если ты машину туда за может, столбик там, не спрятал. Может, пока мы ставили, может, он чекал здесь все? Да, а? Да, летал и смотрел. Да, интересно, да, блядь. Я почему-то езжу по всему городу, а он вот именно вот этот участок сразу взял и салам алейкум говорит. Просто священный пончик помогает мне найти преступника, да, всегда. И увидел еще так... Незначительный пиксель такой, прям увидел. Нет, здесь, я увидел, когда там проезжал этот целиком машина. А вот отсюда я пиксель только вижу. Вот с этого угла. Ее вообще не видно. Ты даже не поймешь, что там машина. В смысле, стоит. Вот здесь ты вот по этой дороге увидел целиком машину? Вот здесь я пиксель увидел, где мы стоим. А там, где я вот тебя увидел. Нет, вот я сейчас летаю, вот где ты увидел ее. Да, да. То есть я камеру-то как бы вверх-вниз же вожу. Я же ее не отдаляю, я прям вокруг машины кручу, я вот увидел прям ее целиком. То есть прямо вот в этом месте я испалил тебя. Ребята, смотрим с моего лица. Да, а потом смотрим с моего и ставим лайкос. Не знаю, как он там крутит камеру. Блин, ты достал. Не знаю, насколько она у тебя, правда, отдалена вообще. Стандартная, я вообще не двигаю колесом никогда. Стандартная камера. Подожди, стандартная камера, да? Вот я вылез. А зачем ты вылез? Вот я опять сел. Оп, сел. Все, вот она камера. Назад отъедь и вокруг машины камеры крути. Колесико не трогай. Кручу. Ну. Кручу. Ну видно ее, алло. Видно только чуть-чуть крышку. Ну я и увидел. Нет, так ты говоришь, полностью машину видел. Так я увидел, потом еще вниз напустил камеру. И то, это если я прям вот так вот и прям вот прям туда именно смотрю. А то есть если ты просто крутил камеру. А я и смотрел, я же, получается, смотрел, в улице же ехал. Между домами же, я поэтому этот участок... Не знаю, даже можно не понять, что там машина стоит. Ну, я увидел, я и посмотрел, что там находится. Ну, это так такое что прям. Я говорю, это чуйка, это ментовская это чуйка. Такое, да. Это чуйка. Ребята, пишите я, конечно, в комментариях, что, тоже посмотрю, что вы думаете. Подозрительно. Надо. Подозрительно, да. Просто я лучший коп в этом городе. Да, 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 да. Тебе кто-то инфу сливает по-любому. Возможно. Копяра. Возможно. Копяра. Мне сказали, что 8 машин одинаково похитили, и нам типа их нужно найти. Да, да. Что ж, ребята, вот такая была серия. Получилось найти преступников, хоть и вот таким вот необычным образом, но все равно все было по чесноку, ничего не знаю. Наверное, но это мы еще проверим. Да-да-да. Если вам, ребята, понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии, как вам серия. Всем пока-пока. Пока-пока, ребята.